Всем привет, с вами Fashion TV и я Богдан Шувалов. Сегодня на ЖД вокзале Адлер состоится торжественная встреча поезда новой волны 2018. Составом Москва-Адлер на курорт приедут гости, также на перроне будут конкурсанты, члены жюри, а также представители оргкомитета конкурса. Но вечером состоится репетиция первого конкурсного дня. Наши партнеры, федеральная пассажирская компания, предложила нам вот провести такую акцию, что конкурсанты новой волны, собственно, встречают гостей из Сочи. Нам очень понравилось, вот мы здесь. А сегодня будет первая репетиция на концертной площадке. Все ли готово? Ну, конечно, все готово. Я знаю, что сейчас уже там небольшие штрихи, расставляют стулья в зале и такие технические моменты дорабатывают. А так все готово. Как тебе идея с поездом? Хотел бы ты сам на нем сюда приехать? Идея очень классная. Я думаю, было бы круто, если бы мы все вместе с конкурсантами познакомились впервые на вокзале в Москве и на этом поезде ехали сюда, там всю ночь, не знаю, сколько он едет. Круто то, что мы встречали людей, которые приехали на новую волну. Я думаю, им было очень приятно. Эти милые пирожки утром, хорошее настроение, все было очень весело. Репетиция прошла супер, обалденно. Звук, свет, сцена на высшем уровне. Единственное, я недоволен самим собой, потому что немножко, я считаю, не дотянул для этой сцены. Но я думаю, это от небольшой нервозности, либо от переутомленности. Но я думаю, все еще впереди, и на самом концерте мы покажем все-таки шоу, и это будет отлично. Девчонки, как прошла репетиция? Кажется, все было хорошо. Нам очень понравилась сцена. Она вдохновляет, она окрыляет. Так что классно. Какие эмоции от выступления такой большой площадки? Ну, эмоции от выступления такой большой площадки можно будет обсуждать уже непосредственно после конкурсного дня. Но сейчас она настолько крутая, эта сцена, что реально хочется на нее выйти, ее хочется захватить, и хочется на нее выйти еще, еще, еще. It was very good. I mean, it's first day, you know, в принципе, все хорошо. Есть какие-то еще технические недоделки, но я уверена, что завтра все уже будет отлично, что все завтра уже будет исправлено. Сцена выглядит прекрасно, мне очень нравится. В целом, я готов к отличному выступлению завтра. А есть ли разница между выступлениями на репетициях до этого и на большой концертной площадке? На самом деле мы очень много работали в репетиционном зале. И здесь вот первая большая репетиция. Но мне бы хотелось быть здесь днем раньше, еще один день. А какие у тебя эмоции после выступления на такой большой сцене? Очень много эмоций, очень много всего. И разнообразие такого цвета, цветовая гамма. Поэтому у меня просто зашкаливает эмоции. Расскажи, как пошел саундчек? Ну, интересно. В общем, так достаточно трудно, потому что пытаешься сразу понять все, но в целом хорошо. Впереди самые насыщенные дни. Конкурсанты будут бороться за победу. 3 конкурсных дня, 3 тщательно подготовленных номера от каждого конкурсанта. Ну а впереди самый интересный финал. Продолжайте смотреть за дневниками новой волны на Fashion TV. С вами был я, Богдан Шувалов.